Вместе с 7-летней дочерью Светлана Красулина приехала посмотреть новую квартиру. Здесь будет жить ее престарелый отец. Постановлением городской администрации эта квартира предоставлена взамен аварийного жилья. Все сделано на средства муниципалитета. Смотрите, такой сделали ремонт, я в восторге. Новая плита, посмотрите, новая совершенно, ни разу не фузная плита. Водонагреватель новенький, я такого вообще в жизни не видела еще ни разу. Горячее водоснабжение, новая сантехника, газовая плита. Квартиру дали после того, как их дом обрушился весной из-за оползня на улице Декабристов. Тогда пласт земли сдвинулся и просел на глубину более метра. Лопнул фундамент, обвалилась веранда. Специалисты из управления по чрезвычайным ситуациям и комитет ЖКХ признали дом непригодным для проживания. Да, факты подтвердились. И, значит, на основании представлена информация главой администрации городского округа Леонидом Николаем Михайловичем было принято решение о переселении из этого дома. Вопрос с выделением жилья муниципальные власти решали всего 2 месяца. Ремонт только закончен и сразу заселение. Так что после замены окон на пластиковые старые деревянные еще не вывезли. Ветхое жилье уже в прошлом. Однокомнатную квартиру дали по договору социального найма. Светлана говорит, согласно документам, квартиру можно приватизировать. И вы знаете, когда я пришла к Палагину Вячеславу Николаевичу, ему так благодарна. Это я не знаю, что за человек. Я ему никто, и звать меня никак. Но он меня встретил, он выслушал, он понял, он вошел в нашу ситуацию. Светлана Красулина благодарит коммунальщиков за красивые обои, качественную отделку. Общая площадь 30 квадратных метров. О том, что эти блага цивилизации можно получить даром, она не верила до сегодняшнего дня. Мой отец Геннадий Алексеевич, он является ветераном труда. Он почти полвека отдал городу Сызрани своим трудом. И город отозвался вот в этой беде. Вы понимаете, поддержка в беде человеку очень важна. И город откликнулся на беду моего отца. Из нового окна они осматривают улицу Красильникова. Выбрать новое место жительства им предлагали здесь или в районе Образцовской площадки. Выбор сделан, и переехать жить в новую квартиру отец Светланы должен в течение месяца. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, «Вести детально».